Доброго времени суток. У микрофона Данил Добро. Вы на канале Быстро ПК. В этом видео мы рассмотрим, что такое root-права. На смартфоне Sony Xperia Z2. На данном смартфоне я смог получить root-права с помощью специальной программы для получения root-прав. Их несколько бывает. У меня в данном случае я использую программу KingRoot. Зачем root-права? Начну с того, что root-права лишают гарантии на устройство, то есть если вы обратитесь в сервисный центр, вам могут отказать в ремонте, так как root-права — это внесение в прошивку изменений, и соответственно root-права позволяют залезть в систему и менять системные файлы, управлять всем, то есть по факту получать полный контроль над своим устройством. В то же время root-права можно использовать для незаконных операций. Соответственно, если вы их будете использовать, то у вас могут быть проблемы с законом, так как вы можете, мягко говоря, заниматься хакерством, используя root-права. Я, конечно же, хакерством не занимаюсь, я просто попробовал поставить их и продемонстрировать вам, что такие есть, что они существуют, что они работают, что это все не сказки, и действительно можно что-то взломать с помощью root-прав. Я покажу, как это сделать достаточно легко. Я буду взламывать приложение. Точнее, буду патчить его, чтобы обходить платежную систему Google Play. Именно в скачанном уже приложении. Замечу, что повторять данные действия не рекомендуется, потому что это может быть противозаконно. Я все показываю только в демонстративных целях, с целью, чтобы вы знали, что такое вполне возможно, и, наверное, поняли, как создаются всякие пиратские программы, так как, скорее всего, их создают каким-то подобным образом через подобные программы. Я не знаю точно как, но, возможно, это один из способов. Мы берем приложение, начинаем его патчить, на это уходит несколько минут, если учесть, что это не самый новый смартфон и не самый мощный, но по тем временам он был достаточно крутой. Самый мощный по тем временам в 2014 году. Мы пропатчили и теперь заходим в приложение, и мы видим, что вроде все работает, все хорошо. При неудачном патче приложение просто может не запуститься, либо выдавать ошибки. У нас все нормально. Мы берем и покупаем какие-нибудь вещи. Ну, в данном случае монетки и про режим все подряд купим. И в итоге у нас приложение корректно работает. Мы согласились, в общем-то, отправлять данные патчеру. И теперь все работает. Как мы видим, все прекрасно работает, несмотря на то, что приложение теперь взломано и является на самом деле пиратским, и его может быть небезопасно использовать, так как мы по факту уже даже немножко нарушили как минимум авторские права, так как мы внесли изменения в работу приложения. Конечно, фактически, ну, на самом деле сложно на самом деле сказать, насколько мы нарушили или не нарушили, потому что, с одной стороны, само приложение не было модифицировано, мы просто обошли систему Google, по факту именно систему платежную систему Google, но ладно. В целом, вы теперь понимаете, для чего используют root-права. Один из вариантов. Также их используют для других хакерских вещей. Поэтому учтите это, и если вы захотите их поставить, то следует сразу учесть, что это очень рискованно, потому что на современные смартфоны поставить root-права сложнее. Это надо делать через прошивку, и в общем, на это уйдет куча часов. А в итоге вы потом можете словить вирус чисто случайно, скачав очередное приложение, которое работает с root-правами. А имея доступ к системным файлам, можно подцепить легко вирус, и, соответственно, смартфон уже пользоваться будет небезопасным. Поэтому несколько раз подумайте и ни в коем случае не ставьте root-права, особенно на основное устройство. И на этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До встречи в следующих видео.